В текущем году около 105 семей из Дагестана расходовали средства материнского капитала на оплату обучения детей в вузах и СУЗах. Для того, чтобы использовать господдержку, в первую очередь нужно убедиться, что сумма материнского капитала покрывает учебу ребенка, собрать пакет необходимых документов для СФР и подать заявление на распоряжение средствами материнского капитала, а после заключить договор с вузом или колледжем. Отметим, что перечисление средств материнского капитала производится на счет учебного заведения, указанного в договоре.